На рассмотрение Совета по этике было вынесено три вопроса. Первым рассмотрели дело заместителя акима Жангалинского района. Он использовал служебный автомобиль для поездки в баню. Этот факт является нарушением законодательства, поэтому чиновнику грозит наказание. Заместитель акима Жангалинского района, скорее всего, по рекомендациям по Совету этики, скорее всего, получит неполное соответствие на занимаемую должность. Во втором рассмотренном случае руководитель отдела образования Жангалинского района также использовал служебный транспорт в личных целях. Из дисциплинарного дела следует, что он довозил ребенка в детский сад также на рабочей машине. Как отметили в ходе заседания, нарушитель уже наказан акимом района. Третье дело рассмотрено в отношении акима Чиганского сельского округа Теректинского района. Из материалов дела следует, что в связи с паводковой ситуацией аким сельского округа задержал своих работников после 6 часов вечера. Когда один из сотрудников хотел отпроситься, руководитель не отпустил его. Задержка госслужащих на работе сегодня является нарушением, поэтому работник пожаловался на вышестоящего. Аким сельского округа признал, спросил извинения перед всем коллективом от этого специалиста. Вроде конфликт исчерпан, поэтому мы остановили дисциплинарное дело. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42.